Очередной праздник для боксерского сообщества Одесской области. В парке Горького обустроили летнюю площадку для занятий боксом. На торжественном открытии присутствовали заслуженные тренеры Одессы и области, титулованные боксеры, а также инициатор открытия летней площадки, президент Федерации бокса Одесской области Халид Мусаев. Благодаря поддержке президента Федерации бокса Одесской области Халида Мусаева мы смогли в таком большом масштабе уже открыть этот зал. Это один из шагов по развитию бокса в регионах. Мы открываем зимние залы. Это летний зал, но вы видите, он многофункционален. Мы уже продумали варианты, как до поздней зимы можно здесь тренироваться. Утепляем стены и тренируемся. Здесь 160 квадратных метров вполне функционально для полноценного группы от 10 до 15 спортсменов. Есть мешки, ринг стоит, зона ОФП на улице. Прекрасное место для проведения учебно-тренировочного процесса. Главная цель открытия летней площадки для бокса – популяризация спорта среди молодежи. Кроме этого, стоит отметить, что место для нового ринга было выбрано не случайно. Парк Горького находится возле одного из спальных районов города. А это означает, что большое количество детей именно здесь и проводит свое свободное время. Мы готовились долгое время к открытию, знаменательному этому дню, открытию летнего зала бокса. И, конечно же, очень замечательно, что этот зал бокса находится в спальном районе города, в парке Горького. Здесь всегда гуляют очень много детей, родителей, которые наглядно будут видеть, что зал функционирует, что дети занимаются. И, конечно, в первую очередь популяризация здорового образа жизни. Тем самым мы будем привлекать к занятиям бокса. Новый зал будет функционировать на безоплатной основе. Это важная социальная миссия Федерации бокса Одесской области. Дети, кстати, любого возраста могут зайти, по мешку постучать. Здесь будут тренера, будут проводить тренировки. Могут зайти бесплатно тренироваться. То есть не надо там искать тренера, платить там какой-то другой зал. А здесь парк отдыха. Заодно не только отдохнут, и отдохнут как бы физически, будут развиваться, заниматься боксом. Отметим, что на летней площадке установили новый ринг олимпийского размера, который позволит также проводить различные соревнования среди детей и взрослых. Очень крутая площадка, я таких еще не видел, ни в нашем городе, ни в других. Хочется здесь заниматься. Я пришел, не ожидал даже этого все увидеть. Очень круто. Думаю, после этого мероприятия мы еще с ребятами останемся здесь, потренируемся и будем приходить. Ну, если погода будет позволять, очень круто. На свежем воздухе, ринг олимпийский, стандартный. Здесь можно и турниры проводить. Ну, очень крутая площадка, реально. Для популяризации, для детей это будут видеть, будет желание приходить, позаниматься боксом. Федерации бокса Одесской области отмечают, что и дальше будут продолжать популяризировать спорт среди молодежи. В планах еще большее количество турниров областного, всеукраинского и международного уровней, а также открытие новых площадок и залов для занятия боксом.